Всем привет, меня зовут Тима, и это Рождество с Юзгород Света. И сегодня я расскажу вам о том, как можно сделать крутой, необычный, но дешевый подарок. Для этого вам понадобится чашка любого размера, конфетки, ручка, бумага, скотч, ножницы, любой выбор кофе на ваш вкус, какая-то сладкая штучка, бантики и бумага для упаковки. И о всем том, где я это купил, я расскажу в конце видео. Начинаем с того, что мы берем нашу чашку и наполняем ее всем тем, что мы купили нашему другу. То есть это в нашем случае МакКофи и Milky Way. Также вы можете взять ручку и бумажечку и написать какое-то пожелание своему другу. Вот мы написали ему пожелание. Мы его просто вырезаем из бумажки. И мы вкладываем эту записочку прямо к нам в чашечку. Потом мы можем положить еще что-то туда, если вы сами хотите. Вы можете, допустим, положить туда парочку конфеток или просто все, что вы хотите, все, что нравится вашему другу. Теперь мы берем нашу упаковочную бумагу. В моем случае у меня есть белая и красная. Мы открываем эту бумажку и берем приблизительно вот столько, чтобы у нас можно было упаковать нашу чашечку, как в маленькую конфетку. Хорошо, вот мы вырезали наш кусочек бумажки. Теперь мы ставим его под нашу чашку, для того, чтобы нам было удобно ее упаковать. Мы подставляем, можно сказать, всю бумагу кверху, как бы обволакивая нашу чашечку вокруг. Как вы видите, мне здесь немножечко не хватило, поэтому сейчас я возьму наш просто белый скотч и обвяжу его вокруг. Вот так вот выглядит наш подарок сейчас. Теперь мы возьмем наш скотч и проведем небольшой трюк. Хорошо. Мы берем наш скотч и мы его вот так вот сворачиваем вдвойне, чтобы у нас была как такая ленточка, но чтобы было немножечко липкой стороны. Теперь мы берем и обволакиваем наш подарочек вокруг. Теперь мы берем вот такой вот простой бантик. Вот, как вы видите, мы сделали вот такой прикольный, интересный, бюджетный, но крутой подарок. Также теперь я хочу вам рассказать о том, где я купил каждую из этих штук. Чашечку, а также половину всего того, что здесь было использовано, я купил в магазине всего от 3 до 25 гривен. Ребята, если вы когда-то боялись заходить в такие магазины, то я вам хочу сказать, что это находка для меня. Вот гофрированную бумагу, бантик и чашечку я нашел именно там. Потом шоколадку можно купить в любом киоске рядом. Также то же самое касается и МакКофи. Поэтому этот подарок вам обойдется, ну, максимум где-то гривен 50. Я думаю, что гривен 50 можно потратить на любимого человека. Поэтому я надеюсь, что это видео было полезно для вас. Если это так, то не забывайте ему ставить пальцы вверх и подписываться на наш канал. Пока!